Привет-привет. Сегодня я сейчас хочу записать 7 уровень No Respawn Living на Ultra Violence и с геймпадом, разумеется. Ну что ж, первое, что мы сделаем, это вот эту вот штуку с черепушками опускаем, забираем ракетницу. Дальше расстреляем вот этих двух парней, потому что мне нужно их оружие. Да и просто потому, что они мне не нравятся. Так, и идем дальше. Вот здесь, вот в этом уголочке, возьмем еще одну ракету. Так, дальше нам... Да, убьем этого импа. И пустим несколько ракет в Хеллнайта. А он выжил. Ладно. Добьем его из дроби. Здесь вот должен быть пулеметчик. Еще куча ребят. Так, ну этого я с дробовика заберу, потому что он будет мешаться. Да, я, наверное, тут всю жизнь расстреляю, прежде чем пойду дальше. Так, наверное, ладно. Теперь можно в ревенанта пустить, наверное, одну ракету. Ну, все, нормально. Итак. Прежде всего, я хочу сходить вон туда по лаве. Это болезненно, конечно, но наша награда — супер дробовик. И, по-моему, меня увидел какодемон с той стороны карты. Ну ничего. Так. Пройдем дальше, здесь ревенант прячется, чтобы нас напугать. А, вот так академон прилетел. Ага, ты еще живой. Отлично. Итак. Соберем здесь ресурсы, и вот за этой стеной есть секретик. Но непростой. Проходим сюда, появляются эти два пеньки. И... Так, секунду, где... Ага. Обратите внимание сейчас на счетчик секретов в левом верхнем углу, да, вот зеленый вопросик такой. Я сейчас пройду немножко вперед и... Тык-тык. Видели, да? В этой зоне два секрета еще вот в этом углу. Ну, это еще с оригинала, ошибка картостроения. Перенесено все. Точно. Так, пройдя здесь, мы откроем вот эту еще стену. Заберем броню и... Еще академон какой-то нас увидел. Так, братишка. Дружище. А, ладно, прилетит. Идем дальше. Поднимаемся по вот этой башне. Здесь ничего особенного, просто миниган. Иногда супер дробовик. Ничего сложного. Ау! Что? А, дружище прилетел. За какодемонами на этой карте нужно очень пристально следить, а то они могут сделать сюрприз. Не всегда приятный. Я потом покажу, что имею в виду. Хеллнайт. Нажмем кнопку. Быстро заберем плазмоган. И прыгаем вот сюда. Так вот, несмотря на то, что у этих какодемонов даже не лапки,
вообще ничего нету. Они могут открывать двери, вот которые вот здесь вот. И сделать сюрприз в спину. Кто-то еще тут есть. Это тоже как демон, который стесняется. Ладно. Потом его. Так, вот здесь три переключателя. Нам нужно только вот это, чтобы идти дальше по уровню. Однако мы здесь за тем, чтобы убить всех, поэтому... Открываем шкафчики с монстрами. У них тут есть полечиться. Хорошо. Ну вот о чем я и говорил. За этой стеной тоже располагается как демон. Здесь есть карта, и тут я хочу немножко расстрелять этих помидорок вдали. Во-первых, потому что я не люблю помидорки, во-вторых, они кусаются. Проходим сюда. Так. Я побегу с плазмогана сейчас вперед, чтобы всех разбудить. Так, все. Они вроде подружились. Да, дерутся. Замечательно. Прыгаем вниз. Вот сюда вот аккуратненько по ступенькам. Хватаем радиационный костюм. И отсюда мы можем... Да. Отсюда мы можем вполне безопасно расстрелять всех остальных, как и демонов. Пока там ребята друг с другом выясняют отношения. У кого из них рога больше? Так. А, ракеты забыл. Заходим вот сюда, здесь еще один летающий друг. За вот этим вот строением есть кнопочка. Итак, вот здесь вот портал. Войдя в него, мы попадаем в секретную область. С желтым ключом. Да-да, здесь желтый ключ тоже секретный. И обратите внимание на эту синюю сферу. Нажав вот на этот переключатель, мы отпустим платформу с ней, а она в конце пригодится. Так, ну что ж, прыгнем в портал обратно и посмотрим, насколько была хорошая идея и оставить их всех там живых. Ау! Ладно, нормально. Им по-дурацки. Ничего, я ими сейчас займусь. Так, вроде пока что все. А, не, еще вот. Ребята прилетели. Ау. Какие импы. Да, создатели моппака, но Respawn Living явно любят как и демонов. Так, заходим сюда, используя секретный желтый ключик. Собираем здесь боеприпасы. Готовим ракетницу, потому что сейчас... А, да. Отлично. Здесь дальше лежит еще один супер дробовик, который также секретный, по сути. И вот эта кнопочка. Нажимаем ее, и я спрячусь вот сюда вот. Сначала расстреляю вот тех хеллнайтов. Потом вон там стена открывается с кучей монстров. Просто выжимаем туда все ракеты. Ау. Остальных я просто, наверное, плазмогаром
Я бы мог стравить их, но я не хочу тратить время. Проще их расстрелять самому. И быстрее. Так. Ага. А еще холлайты там живые. Ракет у нас, к сожалению, нету, да? Нету. Ну ладно. Жить можно. За эту дверь банку. И здесь у нас лежит синий ключ. И здесь же синяя дверь. Очень кстати. Но мы пока не пойдем туда. У нас еще есть тут дела. Вот видите ту желтую дверь, да? Я хочу туда. Все хотят туда. Поверьте, оно того стоит. Так, только тут где-то... Дайте вспомнить. А, ну да. Вот здесь, кажется, да, здесь спрятан желтый переключатель. Ой, желтый, просто переключатель для желтой двери. Вот здесь берсерк, на случай, если здоровья мало. Откроем дверь и пустим несколько ракет. Ну, этим пенькарям мы просто разобьем мордашки. Так, это еще не все. Открываем вот эту вот стену. Приготовлю плазмоганту, по-моему, как и демон есть. Внезапно. Оу. Ха. Как это мило. Он любуется видом из окна. Такой безмятежный. Ну ладно. На вид и правда симпатично. Итак, наша награда за все вот эти вот вещи. BFG. Теперь мы готовы к финальной арене этого уровня. Используя синий ключ, мы открываем эту дверь и попадаем вот сюда. А вот эта синяя сфера, которую мы заранее опустили. Так, она считается как секрет, между прочим. И это наш последний секрет на этой карте. Открываем эту стену и готовимся выплескивать все ракеты. Так. Ау. Арчвейл задолбался поспешать уже. Мы его просто бахнем. Ой. Было неудачно, но ладно. Осторожнички уже нет смысла. Вот здесь мы отпускаем тумбочку с батарейками. А пройдя эту линию, откроется еще ловушка. Такая. Здесь мы поднимаем довольно шумную лестницу. И я кого-то еще слышал. Сейчас посмотрю. Ну да, я всех убил, два лишних монстра от Швейла скосил. Это, скорее всего, черепушка опять провалилась сквозь текстуры. Такое бывает. Но они все равно не считаются как убийство. Поэтому, надеюсь, никого не пропустил, в принципе. И... сейчас посмотрим. Да, все на месте. Замечательно. Прямо с первой попытки получилось. А... да, несмотря вот на все эти угрозы, которые на этой карте есть, она вот, ну... на мой взгляд, значительно проще, чем даже предыдущая. Предыдущая и шестой уровень мне доставил чуть побольше проблем, потому что там, ну, из-за некоего рандома, из-за некоторого генератора случайных чисел, на котором работает вообще весь оригинальный дом, там происходят иногда непредсказуемые вещи. Здесь же уровень так построен, что
если ты знаешь, что делаешь, то у тебя все под контролем плюс-минус. И я как бы хорошо знаю этот уровень, плюс я не так давно переигрывал, так что я знал, что ожидать. Но, тем не менее, мы на подходе к финалу. Так что, да. Так что мы скоро закончим на Rise of the Living. И это прекрасно. Ну, а вам спасибо за просмотр. Всего хорошего и не болейте.